АЭС взорвался реактор четвертого энергоблока. 32 года назад, весенним днем, во время испытаний на одном из турбогенераторов Чернобыльской атомной электростанции случился мощный взрыв. В результате аварии в окружающую среду была выброшена крупная доза радиоактивных веществ. В ликвидации ЧП участвовали примерно 600 тысяч человек из разных уголков бывшего Советского Союза. Из Рыбницы и Рыбницкого района в зону отчуждения для устранения последствий аварии было направлено около 200 человек. Те весенние дни 1986 года я, простой советский школьник, узнал о случившейся трагедии не только из средств массовой информации, но и от своих родителей. Когда в один из вечеров мой отец приехал на рабочей машине и сказал, что нас отправляют в командировку на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И уже в тот же вечер, ночью, колонна из грузовых автомобилей двинулась в зону отчуждения. Тогда, в то время, еще никто ничего не знал, что такое Чернобыль. Только попозже, когда я начала уже вникать, где они и что, мне стало страшно, потому что это тяжелая трагедия. Слава Богу, мой муж вернулся домой живой и здоровый. Царство небесное и вечная память тем, кто выполнил свой служебный долг, кто это самое, кто сберег нас от такой беды. 26 апреля, в день памяти Чернобыльской трагедии, в Рыбнице открыли памятник участникам ликвидации последствий этой катастрофы. Идея принадлежит, конечно, членам общественной организации «Союза Чернобыль», непосредственным участникам, ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы. И, безусловно, от имени государственной администрации хочу выразить благодарность всем неравнодушным жителям города и района, которые участвовали и в разработке проекта, и благотворительно в строительстве данного памятника. От имени президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Николаевича Красносельского я выражаю самую глубокую благодарность за то, что было вами сделано. То, что было сделано вами, уважаемые ликвидаторы, это, наверное, никакими словами не оценить. Вы по-настоящему герои и спасители. На открытии мемориала собрались десятки рыбничан и гостей города. Среди них представители правительства республики, депутаты Верховного и местного советов, руководители различных учреждений города, общественных организаций, госадминистрации, ликвидаторы последствий Чернобыльской аварии, которых осталось около 70 человек. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.